погибший от чего? Вы утонули. Вы дурной пример. Я же смотрю, здесь знак находится. Дурной пример подаете. Ну как, вот, буквально вот знак стоит, смотри. Вот, с той стороны идем. Я согласен с вами. Знак проще поставить, дешевле, чем делать. Смотрите, есть уже на территории края 5 детей погибло, да, утонуло. Вы подаете дурной пример для детей, что здесь нельзя купаться, знак стоит вместе с тем. Я заснял на видеотелефон, поэтому просьба больше такого не делать, ну а сегодня будет составлен протокол. Понятно, да? Так, попрошу правоохранительные органы взять все данные, чтобы подготовить протокол на будущее. Лучше сразу оштрафовать, чем сделать замечание. А вы знаете, получается, мы предупреждаем много, и у нас уже есть, значит, погибшие. В том году мы мальчика не нашли. Глядя на взрослых, получается, вы даете такой плохой пример. Поэтому попрошу отработать. Здравствуйте. Сегодня проводим рейд, смотрим, как выполняется постановление. Здесь нельзя купаться. Здесь, видите, водоворот какой. Вы осознаете, что вы не правы? Нет, я, может быть, и не прав, но я ограничения знаю купаться. Стоит знак, его видно, невозможно не увидеть. Поэтому... Ну а почему пляж не сделали? Пляж почему? В данном месте нельзя. Значит, глубокие чулы им здесь, водоворот. Нет, я не специалисты, говорю, спасатели, что... Сергей Валерьевич, пожалуйста, поясните, какова ситуация сегодня здесь на чулами? Почему нельзя купаться? Чулым вообще река очень опасна своими водоворотами, неспокойным течением, непонятным течением по разным уровням глубины. Вот конкретно в данном месте, из-за того, что стоит понтонный мост, водоворот очень сильный. Лодка дежурная управляется очень сложно. И вот в этом месте, как правило, люди начинают купаться и заплывают за ту грань спокойной воды. Вот видите, вот в этом месте, то есть видно грань спокойной воды, где еще хоть там по пояс можно зайти. А все стремятся зайти и побороться с течением. И вот в данном месте, как правило, происходят те несчастные случаи, которые у нас здесь есть. Прошлый год ребенок утонул, и мы за счет того, что вышел за грань, его потянуло. В этом году спасли уже троих. Люди не хотят остаться на этом свете. Нет, зам, еще один момент такой, что мы, нам всем жалко, но дело в том, что вы смотрят дети, начинают также сюда лезть купаться. И у нас такие тоже факты есть. Два случая на прошлой неделе, хорошо, спасатели отработали. Нет, поэтому, я слышал, вчера ну говорили. Вот видите, поэтому я попрошу оформить протокол, значит, на будущее будет понятно. Нет, пойдемте, ну, дальше. Первое, вы должны сделать замечание. Знаете что, уже не когда не есть пожалуйста. Пострадавшие и потерпевшие, уже, наверное, нужно приходить к действиям. Уже лучше будет понимать. Пойдемте дальше.